Как известно, театр начинается с вешалки, а любая семейная ссора – с лестничной клетки. Это, поверьте, та еще пьеса. Федорович, отлично посидели, все, давай. Ну я пойду, а то мне сейчас моя такой спектакль устроит, не дай бог. Давай, я покурю тут. А, давай, давай. Кто там? 100 грамм! Я смотрю, там уже все 500! Да ладно, Зин, это я, твой муж, открывай давай. Мой муж пропал без вести. Не понял. Я все морги, все больницы обзвонила, его нигде нет. Мой муж пропал без вести. И что мне теперь прикажешь? Прямо здесь перед дверью на коврике спать? А какая тебе разница, с какой стороны двери на коврике спать? Михалыч, да что ты с ней сюсюкаешься? Это ж баба, с ней надо жестко. Смотри. Кто там? Это я, открывай давай. Открываю, открываю. Видал, как надо? Добро пожаловать на борт! Машенька, ну что ты как маленькая? Тебе 35 лет. 36! А какое сегодня число? 16-е. Уйё! Машенька, ну открой, я уже по сынишке соскучился. Ну, Никитка, Никитка, иди сюда. А хочешь, мы с тобой завтра в зоопарк пойдем? Я тебе зебру покажу, леопарда, а? Бать, я завтра с завода вернусь, посмотрим с тобой. И зебру, и леопарда, только дай поспать! О, время летит, а? Мужики, здорово! Так, стоп. По правилам на сцене должно быть не более 3 человек. Да разве это человек? Она мужа родного домой не пускает! Чего опять вляпались? Ну, пойдем ко мне посидим, я в отличие от вас холостую. Везет. Матильда, ты что начинаешь-то, а? Чертов ротвейлер, а? Один раз забыл с утра покормить, и вот. Фу, одним словом, бабы! Зина, если ты мне сейчас дверь не откроешь, я разгонюсь и сквозь нее пройду. Через железную дверь? Да. Да ты через нее пройдешь, и тебя с этой стороны апостол Петр ждать будет. Машенька, ну открой, солнышко, ну. Так, кто в доме хозяин? Кто в доме, тот и хозяин. Фу! Задушил бы это солнышко! Ага! И вообще, где ты на мой день рождения шлялся? Ну, посидели с Михалычем! Вот иди теперь и живи с этим придурком Михалычем! Это твой муж, придурок! Это кто там вякает? С тобой кобыла не вякает, а разговаривает Зинаида Павловна! Ты чё орёшь? Днём и ночью она орёт! Я хотя бы ночью ору! Да ты-то куда лезешь? Я же её, когда на рынке брал, мы к ней в пасть заглянули, а у неё нёба чёрная. Мне продавец говорил, что она злой вырастет, а я дурак не поверил. Слыхала? Надо было и мне тебе в рот посмотреть, когда я тебя на танцах выбирал! Зина, а я все понял! Это не ты меня не впускаешь, это я тебя не выпускаю! Вот и сиди там как дура! А ты голова! Так, мужики, 9 часов. Может, к ДК пойдем? Ой, слушай, мне еще не до концертов, честное слово. Да нет, там сейчас просто еду бездомным раздавать будут. Ну что, по-твоему, бездомный, что ли? А я бы похавал. О, мужики, смотри, Петровы идут. Дорогой, спасибо тебе большое за цветы. Дорогая, такой жене, как ты, я готов дарить цветы хоть каждый день. Я так тебя люблю. И я тебя люблю. Аж противно. Не дай бог так жить. Не говори.